В 33 отделах ЦОНа по всему региону сегодня накрывают щедрые дастарханы. Жители города, пришедшие сегодня в центр, могли не только воспользоваться традиционными услугами, но и отметить Наурыз. Также здесь провели тематическую выставку к празднику. Жительница третьего мегаполиса Ханифа Калметова пришла оформлять документы вместе со свекром. И была приятно удивлена, что сотрудники не только быстро предоставляют услуги, но и поздравляют своих клиентов. Неожиданно, что в ЦОНе приглашают отпраздновать Наурыз. Мы с утра настроились быстро сделать документы и ехать дальше по делам. А тут принимаешь поздравления и еще угощают очень вкусным кожей. Спасибо за такой праздник. К слову, из бюджета на угощение деньги не выделялись. Устроить праздничный той было инициативой самих сотрудников центра. У нас каждый год на Наурыз проводятся различные мероприятия. В этом году масштабное мероприятие состоится в Туркестане. 30-31 марта там пройдет грандиозное открытие автоцона, и мы совместим это событие с празднованием Наурыза. Проведем для работников традиционные казахские национальные игры, а также накроем столы. К столу пришедших в ЦОН приглашают работники, одетые в традиционную национальную одежду. Празднование Наурыза продлится здесь до конца рабочего дня.